Группа неизвестных с огнестрельным оружием сделала попытку захватить здание областной государственной телекомпании в Донецке. По сообщению очевидцев, к проходной подъехали несколько автомобилей. Из них вышли люди, которые сразу же открыли огонь. Ну, стоя у окна, увидел, как подъехало 5 машин примерно. Они сразу вышли и сразу без разговора сразу стрелять начали. Ну, начали стрелять, раздвинули ворота и начали входить в ворота. И я уже тогда, в тот момент, когда начали стрелять, я отошел уже от окна. И продолжения я уже не видел. Впрочем, как говорят представители правоохранительных органов, нападавшие стреляли не на поражение, а в воздух. Тем не менее, в телецентре началась паника, которая видна на любительской видеосъемке. Здание охраняли несколько сотрудников МВД, которые тоже начали стрелять в воздух из табельного оружия. До силового противостояния дело не дошло. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Никто не пострадал. По факту инцидента ведется проверка. Накануне в Донецке антиправительственный митинг перерос в захват административных зданий. Пророссийские активисты прорвали кордоны милиции и заняли помещения областной администрации и службы безопасности Украины. Они объявили о создании Народного совета Донецка и потребовали провести референдум о статусе региона.